Всем привет, ребят! С вами Ярик Плей. И что ж, сегодня я собрался здесь, чтобы сказать вам, да и себя тоже немножечко так поздравить, приободрить. У меня такое событие на Ютубе, которое, думаю, встречается у многих, которые снимают довольно долго и не забрасывают. У меня день рождения канала. 5 марта 2021 года я создал этот канал. И снимал регулярно на нем ролики. Ну, иногда мне приходилось уезжать. Но ничего, я всегда возвращался и продолжал упорно трудиться. И за этот год нас накопилось 52 подписчика. Ребят, я просто тронут. Спасибо вам большое. Просто огромнейшее спасибо. За все. За те комментарии, которые вы пишете. За лайки. И за подписку тоже. Также в этом ролике, ребята, у меня будет такой небольшой выпуск новостей. Сейчас я только пробегу этот полный наклон. Кстати, Fall Guys добавили кроссплей, и теперь мы с Димоном можем играть в команде. Это очень круто. Так, у меня пока довольно-таки спидранская позиция. Отлично, ребят. Я очень хорошо иду. Я даже не споткнулся. И что ж, ребят, это спидран, можно считать. А вот и Димон, который у меня в команде. У него не золотая курица уже. А также Fall Guys, ребята, добавят скоро новый режим Sweet Thieves. Это режим новой категории Invisibeans, где будут невидимые бобы Fall Guys. Это будет все очень и очень круто. Я надеюсь, что тут исправят много багов. Потому что в последнее время их стало очень много, и я поэтому Fall Guys так некоторое время не записывал. Кстати, по поводу новостей, вот самая главная новость. Это то, что у нас с Саньком... Да, ребят, помните Санька? Я записал с ним только один ролик. Ну, так что... Те, кто подписался недавно, может, его и не помнят. Но, ребят, я... Потом оставлю ссылочку в описании на тот самый ролик. А, ну хотя нет, вы можете долистать. Там не так много роликов. Это ролик про... Хэллоуин-напад, где мы играли в страсти. Так вот. Саня кинул мне вызов. В течение 3 дней, в течение 3 выходных, воскресенье, понедельник и вторник, мы играем с наших приставок PlayStation 4 на совершенно новых нулевых аккаунтах. В одиночные игры мы играем. Потому что в сетевых играх можно подрубить друга и все такое. Ого, сколько фруктов. Ничего себе. Не ожидал. Спасибо большое за такую подгонку во время видео. Так вот. У нас будет 3 дня, а точнее у нас будет 5 часов. Первый день мы сыграем 1,5 часа. Во второй день мы сыграем 1,5 часа.
И в третий день мы сыграем 2 часа. Кто-то умер, господи. В третий день мы сыграем 2 часа. И будет подсчет. А подсчет чего, спросите вы? Так, 2 зеленых, 1 ежевика. 2 зеленых, 1 ежевика. Так. Опа! Подохло так. Немаловатенько. Так вот. Да, Димон, здоров. Сейчас, 4 груши, 2 зеленых, 1... Нет, 3 зеленых, 2 банана. 4 груши, 3 зеленых, 2 банана. 4 груши, 3 зеленых, 2 банана. Так вот, ребят, подсчет чего, спросите вы? Подсчет призов, которые мы получаем во время нашего челленджа. Ачивок. PlayStation 4. Сдох только один, господи. А, я между плиток застрял. Вот это поворот. Если бы я упал, я бы немножечко так обалдел бы. А, так, 4 зеленых, 3 ежевики, 2 банана. 4 зеленых, 3 ежевики, 2 банана. Да, Димон. 4 зеленых, 3 ежевики, 2 банана. 4 зеленых, 3 ежевики, 2 банана. 4 зеленых, 3 ежевики, 2 банана. 4 зеленых, 3... Так, 2 банана. О! Подохло так... Ну, неплохо, неплохо. Так вот, ребят, мы играем на совершенно нулевых аккаунтах, а, соответственно, наши призы, количество наших призов и уровень будут равны нулю. И... В течение 3 дней, а точнее 5 часов, мы будем прокачивать наши аккаунты. И разболовка будет даваться так. Кстати, была картинка нового режима, который скоро должен появиться. Sweet Thieves на английском. Штрафные броски. Но мы с Димоном уже будем в одной команде, потому что кроссплей. Мы в одной команде и так в игре. 1 балл дается... Тому, кто наберет больше бронзовых трофеев. Еще 1 балл дается тому, кто наберет больше серебряных трофеев. Так. Еще 1 балл дается тому, кто наберет больше золотых трофеев. Так. Нет, не отнимешь, не отнимешь. Фиг тебе, фиг тебе. Давай. Так вот, бронзовые, там, серебряные, золотые трофеи. У кого больше платин, еще 1 балл дается. Тому, о господи, мы уже 9 мячей забросили. Так, золотой. Блин, почти забросил. Давай, забрасывай. И также еще 1 балл дается тому, кто... У кого уровень будет больше. Соответственно, чем больше призов ты получаешь, тем больше у тебя уровень. Сейчас защитимся. А, нет, не защитимся. Так, пошел отсюда. И этот челлендж будет проходить так. Саня будет стримить на Твиче. А я буду выкладывать короткие ролики на Ютубе. Там будет разделено как первый день, второй день и третий день мы будем играть вместе. Будет подсчет. Какой канал у Санька на Твиче, я не знаю, поэтому ссылочку дать не могу.
Ну ладно. Сейчас у нас финал. Покорение вершины. Черт. Это плохо. Это очень плохо, потому что максимум людей и шанс выиграть тут. О, у меня еще и старт. Жесткий. Димон пишет. Нет. Да, Димон, я с тобой абсолютно согласен. Дальше, ребят, после этого финала я расскажу... Я расскажу вам по поводу остальных игр. Что у меня там происходит. Господи, я иду... четвертым? А! Так. Нет, я проиграю. Нет! Ну черт, ну почему я так отстал? Ну, блема. Это вообще моя первая катка за эти несколько дней. Так вот. Что у меня по поводу Rocket League, которую я стал так... частенечко снимать. Пятый сезон там заканчивается. И про сезонные награды. Я, конечно же, не забыл. Я стал активно за них бороться. Димон, конечно же, мое мнение не приветствует так сильно, но у него тоже выполнено 21 испытание. Я очень близок. Вот до конца сезона осталось 4 дня. Скоро уже будет 6 сезон. Но... я просто очень близок к выполнению 22-го квеста. И так вот, я запишу ролик по Rocket League. И в этом ролике я как раз открою сезонные награды. Это будет очень интересно смотреть. Также, ребят, я недавно выпустил ролик про паёк, российский, челлендж, 24 часа, то есть я могу есть только еду оттуда, больше ничего. В общем, сами, ребят, посмотрите, у меня этот ролик недавно вышел на канале, можете его спокойненько посмотреть. Это первая часть, а вторая выйдет, ну, я постараюсь ее как можно скорее выпустить. В общем, ждите, ребят. Будет очень увлекательно и интересно. Так, по поводу других игр. В бендичной машине я пока не собираюсь выполнять последнюю пасхалочку. Я все жду, не дождусь, когда выйдет Бенди и темное возвращение. Но оно никак не выйдет. Уже 3 года мы ждем с тех пор, как анонсировали... на официальном канале Joey Dream Studios. Так. Нет, ничего у меня не получилось. Я пытался запрыгнуть наверх. И... по поводу фнафцов. Наших любименьких. Фнафики. Да, ребят, FNAF 9 я прохожу и прохожу так довольно активно. Прошел по центру, ничего себе. Уи, ай. Уи, хочу на лягушке подскочить. О. А. Нет. Не. Так. Вот это да. Если бы я не смог подскочить на лягушке, то я бы, наверное... А, ну хотя, может быть, я бы и прошел, если бы я действовал быстро. А я умею действовать быстро в таких ситуациях. Амогус Росток, ничего себе. Справа от меня стоит.
Так вот, ребят, FNAF 9 я буду снимать довольно-таки активно. И по поводу дальнейших FNAF'ов, после FNAF'а первого я буду снимать FNAF 2. Я куплю его под конец примерно... О, господи, да у нас день головоломок сегодня. Идеальное совпадение, ничего себе. Вот это да. Ну, без вертушки, но все равно круто. Так, у нас золотая ведьма в катке. Ну и не золотой курица Димон. Да, вот он пишет. Сначала сколько фруктов, ха-ха-ха, потом идеальное совпадение. Так. Банан-арбуз. Так вот, FNAF 2 я куплю где-то под конец прохождения. Так, здорово. Под конец прохождения FNAF 9 я куплю FNAF 2 и буду его снимать. Двое, трое упали. Димон кого-то скинул. Так, виноград, апельсин, яблоко, арбуз. Угу. Виноград, апельсин, яблоко, арбуз. Виноград, апельсин, яблоко, арбуз. Сейчас, ребят, подождите. Виноград, яблоко. О, уже побольше, ребят, упало. Так, а вот сейчас, ребят, жесткое. Так, вишня, яблоко, арбуз, виноград, апельсин, банан. 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 Вишня, яблоко, арбуз. Опа! О! Повыкидывались тут немножечко игроки. Сдохло довольно-таки... нормально людей. Little Big Planet 3, ребят, я буду проходить дальше. Я уже скоро планирую записать по нему видео. Тяжелая артиллерия. После Little Big Planet я планирую проходить Sequoia Большое Приключение. Это очень крутая игра. Я смотрел трейлер. Очень крутой просто. Приключения, злодеи и все такое. Что с качелями? Чё у них за звуки такие жесткие? Уже трое умерло. Как? Четверо. Стараюсь имитировать так музыки, но может не совпадать из-за задержки небольшой. Микрофона. Как он так сильно меня вышиб? Это что такое было? Димон тут стоит, живет. Ну, в принципе, ребят, новости наши подошли уже к концу. Не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал, на канал Димона, на канал Санька. Что ж, не забывайте также ставить лайки, писать комментарии. И... ставить колокольчик, чтобы вы не пропускали наших новых роликов. Так. Какой-то тут скин. Похожий на золотого шоумена. Только это не золотой шоумен. Это... какой-то костюм, который я, наверное, пропустил в магазе. Я потом посмотрю в магазин. Что ж, ребята, всем удачи и всем пока. Ждите новых видосов на канале.